Здравствуйте, друзья! Сегодня на канале Серебро Мания обзор красивой монеты. Вернее, это даже у нас не монета, а раунд. Это раунд от German Mint. Такой монетный двор в Польше, на котором чеканят очень красивые и интересные раунды. Серия сама по себе мне вначале не понравилась. Первую монету из этой серии я не брал. Первая монета был лист дуба. Но вот эту монету я решил все-таки взять, потому что монета эта красивая. Мне понравился дизайн, понравилось, как она выглядит. Красиво блестит, переливается, много мелких деталей. Причем можно сказать, что две стороны монеты очень красивые. С обратной стороны красивый герб, вы его чуть позже увидите. Что еще можно рассказать про эту монету? Это 1 унция серебра 999 пробы, тираж 25 тысяч штук. Раунд красивый, ну вы это и сами сейчас видите на экране. И я думаю, что для коллекции такой можно приобретать. Вполне возможно, что цена на этот раунд вырастет. Раунд прошлого года в цене поднялся не очень сильно, но все равно он подрос. Поэтому я думаю, что если купить этот раунд, то через годик-два цена на него также подрастет. Добавлю объявление для тех новичков и постоянных зрителей канала. Кто еще не знает, у нас на канале разыгрывается золотая монета. Розыгрыш состоится 10 июля 2021 года. Поэтому не забудьте посмотреть предыдущее видео у нас на канале и поучаствовать в розыгрыше. Розыгрыш состоится среди всех подписчиков канала Серебромания. Поэтому для участия в розыгрыше нужно подписаться. Но зато и выигрыш возможный, золотая монета. Я думаю, что для всех будет хороший повод подписаться и поучаствовать в этой, ну, достаточно хорошей лотереи. Шансы у вас в эту лотерею гораздо выше, чем в обыкновенной лотерее, потому что участников пока не так уж и много, а шансы выиграть достаточно высокие. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, оставляйте комментарии и также не забывайте заходить к нам на канал. А с вами был Анатолий из Праги, канал Серебро Мания.